Это почетная грамота областного совета ветеранов, которая будет вручена ветеранам города Бобруйска в день ихнего 30-летия образования. Грамоты, сувеніры, да юбілею амаль усё падрыхтавана. Вось-вось да гэтых памятных фотаздымкаў добавится яшчэ адзін з надпісам 30 год. Встречаем мы наше 30-летие с очень хорошим настроением. Почему? Мы молоды, мы сильны, без нас не обходится ничего. Мы всегда в строю. Пришлось спыниться и так тройчи на протягу интервью. На телефоновании Анатоль Тихонович отказывая обовязково. Кажа, зараз немало организационных пытаний на конт проведения урочистого сходу, але больше телефонований штодённых. Про уроки с молодью, да помогу одиноким ветеранам. Вельми важные и простые слова подтрымки. Надо решать, надо участвовать, надо их понимать, наших людей. Надо общение, людям надо контакт. И этот контакт наши ветераны находят через свои ветеранские организации. Ветеранский рух в области – это больше за 250 тысяч человек. А еще десятки клубов по интересах, волонтерские отрады, патриотичные гуртки и шмат-шмат допомоги. Пришла весна, а тому, каже Анатоль Любченко, работы станет больше. Надо подумать, как помочь нашим ветеранам посеять, посадить свой огород, как помочь им убрать. Как им туда добраться? Настроение бодрое, годы не помеха. Вот столько, сколько надо, будем держаться. Алис Рыбалка, Александр Тарасов, новини региона. Что это такое?